А Да, иду, иди сюда. иду. Только не бери много сейчас, бери по чуть-чуть, ну типа, чтобы не повайпались. Роги ловушки сняли. Антон, снимай там ловушки, озвучивай, когда придешь, чтобы он там не пришел. Ну. Нет, большой уже есть. А Барменталь есть онлайн? Мы на месте. То, что произойдет здесь, войдет в легенды. Неважно, каким будет исход. При истории мы будем героями. Саша его сегодня не будет. Моя восьмая патча, это куда так собрали? Герои, страх ваш самый опасный противник в этих проблемах. Седьмая восьмая патча, шестой. Это люди, которые сидят на замене, ребят. Не, я понимаю, просто так седьмая восьмая укомплектована, может, на заломать. Нет. Пока тихоре, блядь, бую свою ебаную крутить, а? Крутил моя лика, я не. Сейчас подожди, дальше не иди, я посмотрю ловушки. Да. Сразу говорите, у кого нет времени играть, вот что вы сейчас вижу в рейде, блядь, чтобы а, там не было. Там Фокси снял уже, говорит. А, ну пойдем тогда. Начислите за РС, да я левну, потому что у меня они не... досижу до конца целка. Давай. Уфок, вы укомплектовались? Ребят, танки, которые есть, вам Синдрагосы нужен еще кому-то клык этот ебаный, ну, не клык, как называется, короче, пинг танкская. У меня есть, у Фолга, по-моему, тоже должна быть уже. Ну, я спрашиваю, если хаунд я бы зашел туда паладинова, что вступит, это сам, вот эти. Ну, не знаю, в Акате еще. Не знаю, в Акате есть, нету. У меня ну, тоже так вроде есть. Если вот тогда начнёт, короче, дальше там не идут, может, два. Что-то на замес. Слышишь, посмотрел 50 ИП за резку, думаю, мощно, полтинник за резочку, блядь. На ёбе на замену, окей. Марусь, привет. Муровки домиком. Уфолок, ты меня слышишь? Да, слышу. Типа, тебе надо место? Нет, не надо места. Если я нужен, я зайду. И если укомплектован рейд, я бы взял тогда, ну, оставшихся людей, сводил бы их в 10 хм. Есть ловушки, нету? Нет. Ну, зайди в рейд, посмотри, там, ну, типа, я не знаю, просто, ну, некоторые попросили просто на 2 минуты. Хотя для 10 хм, если там, не знаю, спрашивают. Ну, способ, можете по одному говорить? Гарри, кетера. Я стал так резко меняется, если я уже в рейде, мне кажется. Только хотел котлеты полепить. Блин, ну если бы 10 хм, то я бы тоже пошел с удовольствием. Вообще-то, ну я говорю, да можно заходить в рейд, смотреть или спрашивать людей, да нет, типа, ну, там бы стало, там, не в сторону. Я скриншот сделал в одну сторону.
Короче, это, Адель, нажми-ка камень, пишут, нет? И на первого босса. Альбилайт, который. Нажми. Нажми камень, пока в Долоран, на первого босса. Говори. На первого босса. На одного босса, короче, уйди покурить. Сейчас умоните всех оставшихся. Скип, Дин, сумоньте, сам я пойду уже в портал. Блин, Долорана, сука, уже сами долетели, честное слово. Я уже долетел. Вот видишь, ты красавчик, остальные, блядь, тусят там в Долоране. Бля, Войд, возьми, пожалуйста, дайте, пожалуйста, ебаный сундук. Войд, возьми, пожалуйста, пласты на этой, на РДД тогда, а я возьму пласты на РДД. Давай тогда я возьму на саппорт, Андрей. Бери на саппорт, блин. Ты бери на АП, на ДД, я на ДД, я на РДД. А Покал, ты... Я на следующий все равно буду, блядь, в ДД идти, я ж не танк. Вот вы шустрые ребятки оказались. Давайте, сопрот скибиди. Не, может, перепутал просто. ДД, если кому надо, давайте у Пову тоже быстрее. Не, ж на одного босса только на ребра. Андрюх, ты НТШ. РДД уводит спирит. Это еще кому надо, блядь, я сейчас рыбу ставлю и за пулю босса, я вообще поебать, типа. Пол в обмен, давай. Ты мне лучше лутер отдай, где уж хочешь. На РДД тебе же, да, где? РДД у Войда. Угу. Штук 12, по-моему, в локате. МТ, что ж ты, Андрюха? Давайте успехный станка, пожалуйста. Так, в акате в танке уже. А, в акате в танке все. Да. Ну так а пока уже сказал. Я напоминаю, короче, вкратце, типа, блядь, пожалуйста, два ханта, типа, стойте по сторонам, хантов максимально быстро сливайте шипов, типа. Вот и все. И не стойте лутер, блядь, и кайте эту секунду. Да и добавим пул поехали. Ты им тащишь? На пул. Все на пул на покал меня. Если у тебя рано было. Бля, я в тебя. Да похуй, типа, главное, что пара вон она. Так, а чё, мне пролёт, да, насчёт? По сторонам, стойте по сторонам, один лево, второй право, чтоб лужа вас ещё не врейд, блядь, ну что вы пиздец, лужу выше просил, дим на хп, дай. Я рабую тебе потом. Тупы снесли сразу же. Под босса стали. Кто там, блядь, стоит хант? Ну ты понимаешь, что идет лут от тебя. То бишь, соответственно, ты должен стоять в стороне, чтобы через рейд лут не несла. Быстро, понимаете, быстрее. Вихрь, ты готовьтесь. О, да. Там еще покал, дай ты, Маха. Ну, да, под конец дам. Пожалуйста, не ступите. Вот сейчас лево-право займите условно точки, когда мы босса поставим.
по 20 лунам. Официально консол. А если РД не будет сбивать с вас шипы, то минус 7 РД и все. Вот условно, блять, по метке. Дайте веру, чем ты веры, блин, блядь? Веру, да, дайте веру, там велика 30 секунд. Я умер. Апокало, БР, БР. Стою. Да быстрее вставай, ну. Просил его. Эти славные с Берни, короче, ДТ. А поднимал бокал от Лабыра, ушло в него. Я понял. Тупы сливают. Я не понимаю, почему вы не стоите в куче, то бишь, вот ханты стоят по сторонам, мы должны стоять в куче, блядь, лужи идут мимо вас, блядь. Кто вы, блядь, придумываете? Я, ну, в Хэме там вообще надо четко все делать, вот вам. Андрюх, пока интереснейший. Катя как умер, блядь. Два ходи сразу его сейчас. Лучше смотрите аккуратно. Лучше выходите сразу. Шапан, кто в стороне стоит, блядь, кроме хантов? Ну, вы чё, поняли, ну... Я сейчас скриншоты буду делать, по-моему, пиздол давать всем. Ну, блядь, пожалейте силу, я в ахуе, пацаны. По ханту играйте, а тогда... Инвер, дайте последний ещё по форме, там, если у кого есть. По ханту шлюп, снимайте максимально быстро. Почему Билик бегает за шипом, но вы сидят? Разверстите. Баллоны. Сразу посмотрели его право. Отдай массе, у тебя должен был отойти. Сон, стыбиди проходу с тебя. Ой, Даши, дай, короче, гимн на ману, хотя бы два тика. Лужи через танков, не берите аккуратно. Тып на ханте. Перебиваем тебя босса ебану. Нет там, блядь. Все короче, тебя. Включи. Короче, метки сразу ставлю, сторону забирали. Это кто там будет с ним танчить, если говорят. Бакати, Апокал, похуй. Так я в ДД, блядь. Да мне все равно кто. Подойдите. Сторону забираю, в ДД играйте, хильте сразу его. Может, СД, пожалуйста, столик на виду. Я тебе иннер дам, хильте. Милик, играйте по...
ГД по меткам нравится. Все это говорит о вашем несовершенстве, вашей слабости. Чем раньше осознаете собственную ущербность, тем скорее выберете иной путь. Для нашего господина нет ничего невозможного. Его сила не знает границ. Ничто не может сломить его. Кто откажется повиноваться, будет уничтожен. Тот же, кто будет служить ему верой и правдой, достигнет таких высот, о которых вы не в силах даже помыслить. Ну, реально, пока мы трошку верим. Там же ДК ушел еще на грим-тролль. Там по возможности смотрите альдлайт, мара. Ну сейчас прежде давайте этот метки добьем и поставим шап. Ваня, да. Также все остальные, кто на замене, кому мешает рейд, типа, кто хочет что-то заняться своим, может и пока уйти с рейда. Прямо сейчас. То я буду брать босса, чтобы брать пол, вы не уходили. Андрюшка сказал во время пола моба. Что-то поливает, блядь, и все забагают. Да похуй на этого моба, просто, блядь, оверхитить, но он стопится. Короче, Антон и Слава, вы на босе, типа, чисто сидите и пунктов. Эксклюзив ты тоже можешь, остальные все бьют трэш. Давайте условно, блин, я не знаю, первая группа лево, вторая право, там, третья лево, четвертая право. Как-то так. Рыбу ставлю. А вот не забывайте контроли, то бишь идет контроль, вы перестаете ауешить, соответственно, мили зона походе вы находитесь. Отдаете контроль. Трэш сливайте приоритетом мужиков в юбках. А то он наступил. Пока давай ты слева, я справа. Или где тебе удобно, ну похуй. Все, пуляй. Заднего моба, короче, покалось еще ты подставил. Да, да, я притяну его. Иди ты сюда. Иди, веди мне аккаунт сюда, просто подводи быстрее. Ну вот здесь, чувак, че у него, как говорится, я бардан, но... Лужа туда. Контроль мистер Бонда, не убейте его, нахуй. А, у меня КДБР, блядь, я помню. А кто убил и почему он убил нахуй? Там трэш кинулся в это лужа, в трэш кинулась. Ледин. Лужа, ходите. Ну вы с лужи сразу ходите, ребят. Все. Девять, короче, 5 секунд трэш приготовьтесь, контроль также будет вместе с трэшем, типа не проебитесь. Я не
это, короче, Маша, забавишь сразу сейчас агрессивно, когда это, контроль 5 секунд, приготовьтесь. Лужами из торговой зоны. А есть у Кала по бафу? У меня что-то не курил. А, он снимается. Скрибите за контроль, ты не бей. Трэш 5 секунд, приготовьтесь. Стопните по леди. Убивайте быстрее вот этих долбоёбов. Все, проводи. Короче, на полу на локате сдайте, я убивал. Дай Зеру. Spirits. Мог меня. Короче, мелизону вводи. Это. Контроль приготовьте сейчас, 5 секунд, своего не берите. Марцеза не бейте, за контроль, на, он пошел там. Ну хорошо. Долго контролирует. У него резец прохнул. Забав, сразу приста. Спирит. Дух мили. Контроль приготовьте, сейчас не бейте. Пристань, бейте, за контроль. Спирит. Сразу телепорт, ебашится там. На все воля господина. Ваша смерть неизбежна. Что-то там рипнулся, короче, вставайте, вас резать не будут, сразу телепортируйтесь. Блять, ебать тут говно. Пожалуйста, только не запульте твой здоровый пак трефа, типа, который в начале. А остальное все похуй. Моя левая пушка, тише сразу говорю. Время, деньги, Воспряньте, сыны и дочери Орды! Сегодня
Две пушки свободны еще, ребята. Ты на тут летать будешь или здесь? Походу ты полетишь. Что-то он не хочет со мной сегодня общаться. Может, у него дискорд залагал, хрен его знает. Сейчас вы ответите перед Саурфангом. Дайте кулаки по пушкам. Не, Бонд, не дам. Бля, ну я хотел с истерией сегодня потестить. Я сейчас тоже просто новый спект сделал, хочу потестить, что он вообще такой интересный, что хуйня, блядь. Я-то думал, ты танчить будешь. Да, да, Андрюш, тебя не вижу. Подвигайся. Паладин, обновите кулаки. А там вроде, короче, понял, на балке стоишь вот этой, короче, рядом с толпом этим, блядь. Паладин, обновите кулаки, пожалуйста, по пушкам. Нашел точку. Да, ну не работает этот кулаки на пушку. Короче, это ты понял, я вот на балку хотел раз запрыгнуть, типа, блядь, думаю, буду модный, знаешь. Как улетел вниз, нахуй. Ебать, я как атом понял, сидел. Больше на балку не прыгает. Короче, не помню кто, блядь, то ли вечерний МРТ, то ли у нас днём. С кулаками не работает. Типа, две пушки бафали, блядь, а две не бафали. По итогу те, которые бафали, нахуярили меньше. Может, там нубы сидели? Да, может, я хуй. Да с кулаком летит же лучше. Прям с удовольствием летит. Блять, он стак, по-моему, собирал дистанс. Декс, ты будешь свободен в субботу? Часов так 6. Во сколько? Часов 6 по МСК. Ну, где-то до 8. Кстати, на полтора часа будет желание залететь? По приколу. Окей. Типа я хз, какие бомжи соберутся? Вроде все 290 плюс, но... Как раз за эти полтора часа они раздуплятся. Улетайте. Не просили ли нахуй? Вакати, короче, это. Убейте у нас страшно корабля, убейте у нас страшно корабля. Я не знаю, там любой вар, останьтесь, хуярить страшно. А есть БР? А нет, БР, да. Вот это танки у нас, блять, мужчины. Давай, я поднял. Да, я встал, нахуй. Не подняло меня, я хуй знаю. Короче, это, в Акате прыгай, танчи этого. Да я перепрыгнул. Как он
блядь, меня не просили? Я там секунды 3 стоял без тела вообще, блядь. Там можно было 2 касса захуярить. Скрин, нахуй. Короче, если что, я пока минсовать не буду, я потом, блядь, скриншоты поделаю, всем ебанулись. Пошли заебусь. Нормально, положил пол рейда и минусовать. Все, я открываю. Не положил, меня не сели, причем не положил. Резни, пожалуйста. Уже открыли, блядь. Че вы открываете раньше времени? Так там типа бьет, и ну, один удар бьют, и типа получается, за это время, пока он второй носит, уже протягивает, понимаешь? Он раз ударил, но они не сидят. Он второй раз ударил. Рыбу хавайте, фулбаф, давай, короче. Запускаю босса. Торкра! Выдвигайтесь! Герои, будьте начеку! Вот реально херня, шо в РС лишь, а тут сейчас идет. И осколки не падают, блядь. Мой мальчик погиб у врат гнева. Я здесь, чтобы забрать его. Кого на пол вначале, блядь? Вакать? Да? Ну давай по вакансии вообще без разницы. Что не хватает, блядь? Мне что-то показывает, что легалайз на паладине. Это... Кто он на паладине? Легалайз. Бред какой-то у меня этот... Када это? Ой, Тейлс. Да, согласен, полный бред. Причем у меня показывают вот... Так это я переименовываюсь. Это я переименовываюсь. В Тейлс можно переименовываться, короче. А. Было бы интересно смотреть, если бы Женя увидел 15 гадхалов. Писали, как Женя слабый на то есть. Ну, там трэш убивать будете, нет, блядь? Типа есть сэр. Милик, его тоже трэш может и по таунчу не сюда нахуй. Ну, трэш бегает на полу. У меня один таун. А не 100, блядь. Он вылетел ДПС. Thank you.
А у нас в мили хосты не было или... Так не открывайте, может, и пока зайдет. Открывай, никого не жди, давай. Открывай. Там по-моему, будет сюда. Фантазия, чисто ворота беру на кровь. Значит, тэпац. Бэтик. Ебать, у вас шипы нахуй 500 кавур, трэш. Охуи. Пизда, хотел вот потестить, ебать. Кому там Вячеслав, да? Мототестер ты там ставил или нет? На Мелихаст? Нет, я не ставил. У нас был ФДК, блин. У нас не было никого. У меня ковчик. Али рейда был. А. Ну только я вылетел. Так, кто там, блядь, это... Куши бой, ДПС. Пока тебе бей, трэш, бей. Что там, воля не упала? Дай цинер Сацуне, пожалуйста. Да. Ну что-то опять мор придет. Байер настолько шустрый, что он уже в инсте. Будет место, будет место, будет. Типа, ну, ты можешь пока по... короче... По покачи там, не знаю, может, ты трейдали ему, если надо, а. Реально, шипы, конечно, вообще люд. Али, кипочки. А у них сегодня порадуются, а завтра опять. Ну да, 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 сейчас порадуемся, а потом начнут писать, бля, Локи не дамажит, мы теперь не составим. Отверните большого. Валька, да. Вальку шакли нон-стоп, любой принцип, нон-стоп, так и Вальку. Вальку все собирали сразу. Тупо нон-стоп, кастунил шаклу. Я покастую. Это у Фолок у нас покупатель очень шустрый, он уже с нами бьет трэш. Сам прибежал. Поэтому агрессиву не может зайти с кричком. Полсу, блядь, вот эти игрок. Да-да-да, ему как раз и кровь. Он за 55 тысяч берет. Не, я у Грестива спрашиваю, может кто другой заменит, типа, я понял, там Байер. Байер, блядь, что означает слово Байер, нахуй? Покупатель. Бай, сэр. Модный, блядь, пацанята, нахуй, Байер, чел, блядь. А вы селлеры, да? Ну... Барыги. Мы на их запрос подаем, у нас Андрюха, мы проверим байеров. Да, короче, это агрессив. Андрюха, я могу выйти, Андрюха. Да погоди, я... тебе надо, короче, из кукол в милого шмотлю скажи, да, нет, если ну, мы поменяем другого человека. Пишет нет вроде. Ну нет, так нет, тогда иди по автокаш пока минут 5 походи там узнал. Туалет сходи, чтобы потом не покажешь. Куда он бежит, этот еблан нахуй? Пост не так. Теряется. Что-то он утекает. А там с урфанга фэнки понерфили, до него кто-то дошел? Да ну там леди нереально, я не знаю, мне... я буду очень удивлен, если скажут, что кто-то леди убил, которая она была, это пиздец.
Вакати дальше, мастай первый. Нет, первый так. Куча, станьте подборку, а у есть стерили сразу. Тотемы на природу я поставил, шаман. И не ставьте. Брали Толлантом. А, Амбрелли. Вар, да? Не снял из сюда. Закастули кто-то не лез с лока? Снимайте ловушки, а вы сами закастули. Не помню. Чё за челик? Давай беги, короче, связи его. Ну а как там сайн делает, короче, блядь? Ну я ему даю эту типа. Не, сначала голду. Сначала голду берешь. Половина. Потом давай. Уже только кровь даешь. Ленточка. Давай ленточку ролить. Манрол она нахуй. Сука, я буду жаловаться. Ты знаешь, блядь. Ленточку, давай так нахуй. Давай. Давай. Чтобы время еще не поймать не делать. Короче, ты заберешь у него сам бат и скажешь, когда давать ему кровь. Угу. Ленточку епаешь, и там 100 ЕП. Лёв, ты шутишь, что ли? Давай нормально. Ну, люди вот готовы епаешь, ну почему нет, нахуй? 1К вижу с отсуном. Слушай, серьезно, блядь, за ленточку нахуй нам нужно, блядь? 1К, раз, два, три, все продано, да. Ну а вдруг он, блядь, всю жизнь на ней ходит, ебать? Я откуда знаю? Никто бы не пешил пароли бы. Во всем виновата кто? Маша, она первую ставку сделала. Так, а где, короче, это с отцовной минус 1000? Машка, Машка, ты дерево, блин, а? Доктор, все под босса, ну, все по стандартному. Ставлю рыбу, кто падал, не знаю, хавайте сразу. Убав. ДБМ только смотрите, дай. Вара, смотрите. Он тут, он тут. Я вот отвел краешку, чтобы он не мешался. Пускай бы куярил, что не шарит, что. Кулак пороги дайте. А можно ленточку, типа, чтобы она не отображалась, а то у меня пузо розовое. Ну это надо покупать, короче, эту рубашку невидимую. А у меня есть рубашка. Я еблан купил. Так, ладно, готовы. Макати первый танчик, короче, на пол на него, все под боссом. Я, блядь, его вот. Сюда я на пол поехал. Давай, я гон даю перед полом сюда. Мастер аур, не знаю, у кого тьма нажмете на взрыв. Это на не я, Саша. Массей в макати дашь. Вы все умные, блядь, встали, я вас заебать не буду.
ближе под босса подойдите, там ближе танк зацепило. Почему у меня, блядь, 5 FPS? Что они сделали? Так не сделать. Дайте санку. Лезьте. Давай, мастэвы. Короче, это, надо будет мне релогнуться. Никакой хуни не было. Это либо из-за аддонов, я вчера поменял, либо за это. Рыжу наберите, там веру дайте. Либо что-то не так. 5 человек бьет, это очень дохуя. Что там будет дебафу? Седьмой только появился. Эй, либо тьму ударит, короче. Да, выбираю босса. Это вар бабки уже дал, можем сразу первый кров скинуть. Это бро? Блин, это вообще никого не прикольно. 10 FPS, это пиздец. Ну хоть 10. У меня 4, блядь. Я да просто. Нет, у меня вчера за... было нормально, это какой-то аддон. Я вчера поставил 2 новых аддона. И вон по мне уже зависло что-то не так, нахуй. Это либо вот этот сайм, который, блядь, автонабор ебаный. Либо еще что-то. А тебе Саня этот аддон скидывал? Да я в инете где-то нашел, его больше на сервисе его нету. И, соответственно, это Саня вот там. О! Дай мне, просто ахвала купал. Да стопудово Саня этот с кем-то сговорился и манит что-то с тебя. Так. Блять. Так ты баб не взял, да? Все, верно. Да, скидывай. Что стал, блядь? Так ты мне скинь, блядь, мне надо осколок забрать. Ага, 5 баксов нахуй. Давай. Сколько осколок стоит, блядь, в этом, скажи? 5 кораблей. 5 кораблей, значит, ну, по 2 косаря сбрасывают. А сколько там процентов, кто ищет? Кого? Какой процент там, кто ищет? Ну, добавил. 10, да? Я вообще не знаю. Ну, Саня, Саня в Дискорде сидит, напиши там, спроси. Он вроде говорил 10. Ну давай. Это за сколько все кровь продал эту ебнись нахуй? У меня 2 голдрана на X2. Поверь, я умею торговать. Че там, давай, добьем пул, поехали. Дай добежай. Ты дай трэш будешь тягать? Там не все равно, давай, пока бей. Главное, чтобы не завис я нахуй с этой хуйней, пиздец. 10 FPS, ёбнись нахуй.
Проходи босса. 9. Ты эти босса бери, тогда там напулит на тебя. Думаю. Да не, я положу. Я привык, короче, с лагом играть. Я раньше играл там на таком говне, блядь. Ну у меня там на таком говне, блядь, 20 FPS было. Сейчас, блядь, железо в два раза лучше, нахуй, 10 FPS. Пиздец. Ну уже пойдем трэш бить к этим принцам, я орелу на склад включаю, нахуй, все равно. Ребята, на лану кто-нибудь уступит место? Нужна проходка. Да, уступлю. Да я помню про тебя. Я тебя уступлю. Это скилл, да, Решка, ты? Да, это я. Нихуя, не надо. Уступит мне слабый ДДК, он ходит. Надо мне там сел. Он еще пока, ну, не хочу, ну, в обиду ничего сказать, но он еще пока слабый ходит. Не знаю почему. Блядь. Я таунт свой сейчас. Таунт убил. Пожалуйста, не уешьте, когда большой появляется. Ты пиздец. Не ЛП, не хуя, только там. Вар просит, он не кикает, чтоб он квест дал. А чё, квест какой-то был, чё на? Да хуй знает. Может, у него квест это что не делал. Так он не сдаст квест, потому что моба нету. Либо на кровь квест. Короче, все, ебаш, танчи здорово тоже, не будем взрывать, блядь, просто добиваем, тильки нахуй. Не знаю ничего. Диспель просто в рейд и все сам. Типа ебаш. Пока не ебашит урон. Да похуй, диспель в рейд и проходили. 5-3 миллиона добивать. 4. Ой, не диспель больше. Быстро очень, блядь. О, травма. А я понял. Ха-ха, стрелька! Кому кровь давать? Классно. Охуеть. Что такое? Перед носом пиписька тебе выводили. Я... Слышь, кровь дай вару, блядь, и проебись. Слышь? Это я знаю. Амбрелла, да? Да. Хожу четвертую неделю за запами и за травмой. Перешел за ханта сделать проходку, выпали и травма, и на. А шо с пристами, я не пойму, ебать. Что они ебанутые какие-то стали, блядь? Не, они просто БДК стали обгонять. Не, да у меня просто спек, у меня спек ебланский, ну, мне не нравится. Вообще, ты запускай эту хуйню, пока я релоуд пропишу себе, выключу эту автонабор ебаный, может, из-за него. Я понял, что у него, короче, сделал себе с когтями, ну, не нравится вообще, блядь. Доты проебываются, все проебывается, блядь. И червячков еще моих нету, блядь. Надо, блядь, поставить. Ты не глистовый ДК. Да пиздец. Надо старый спек возвращать. Пацанчик, касаемо квеста, полезешь в куклу, будешь все делать, проебешь все твои проблемы, я так скажу. Ничего там придумать не буду. А кто квест делает? В вакате. Нах.
Ган, смородина у меня. Бля, загружаюсь, загружаюсь. Долго что-то этой воды пиздец тут. Я тоже хочу, ребят, перезайти. Так что ждите, блядь. Я пока не могу прочитать это заклинание. Дебашу. Пока метки ставлю, у вас есть минута либо релогнуться, либо поссать быстро. Спасибо, дорогой человек. Ушел. Сразу шкаф есть, мы баун тоже, блядь. А кто с тобой-то потанчит? Так ты будешь со мной танчить, в чем проблема? Ну ты садишься в куклу, там все вот это делаешь, в конце заряжаешь и все, блядь. Выходишь в куклу, блядь, одеваешь этот танк, ну типа танки пушки и поехали. Че не так? У Марса за свет пропал. Не спадет он просто, дебаф этот. Да я не тебя не объявляю. Если я на кого обижаюсь, я это прям сразу говорю. Кто мне обижается? Короче, это Марсел Свес пропал, рейд, смотрим дальше. Адель сумуните. А, агрессивы, вернее, сумуните. И, блядь, Джанг, ты тут? Да, тут. Пошли к нам. Еще раз спрашиваю, почему ты не сможешь взять квесты, либо я что-то не понимаю. Ты же, ну, заходишь в куклу, условно с палкой, начинаешь эту хуйню страдать. Выходишь в куклу, просто, ну, типа, одеваешь одну руку, щит и все. Слушай, ты снимаешь грань. А, типа, если ты снимешь грань, ты делаешь, вот, да? Я вот спрашиваю, если снимешь, пропадет дебаф или нет? Нет. А у кого есть ПД-фласки? У меня ДД фласка, у нас у Войда СПД. У Полок ДД, милики. На весь инст, запомните, у Войда СПД, у Полока ДД, у Скибиди Сапрота. Что у нас там по бафам, блядь, ебать, какой-то дон охуенный, просто не могу. Блядь, а если ты за него лагаешь, это будет очень интересно. Я шмотки одел. Все, чек на пул. Никому ничего нахуй рассказывать не буду. Приступов дайте. Вот это у нас сорвало. Никому ничего рассказывать не буду, нахуй пошлите. Это правильно. Да ну, блядь, ну конечно, мы сколько проходим. Вот одни и те же семьи. Только ДПМ дайте. Вака теперь. Да это не я напулил. А че он на меня побежал? Что за нахуй? Пэр сразу дай по молитву. Лужа с Юзона. Забав пойди молитву. Пять секунд, мол, приготовить. Побежали куда нахуй. Сразу въебало бьете, отлетаете в РТ-зону. РТ-зона, блядь, квадрат и дальше луна на. Куча не стоите, типа, сходите с панте. Колду полетели, смотрите, аккуратно. Переводите профа. Красного не плюют. Ну, плюнешь только уже после фазы. Напоминаю, на зеленом, блядь, кучу не тусуйтесь, только в конце садитесь, не проебывайтесь. Не ловите ебаный пельмень. Я ничего не чувствую. Что? Это еще откуда?
Кристи побеждал все еще. Сейчас будет колба, аккуратно, пельмени полетели. Колба. Лужа Мелизона. Пельмени полетели. Нихуя, сопротивляться, ничего не поменяло. Колба. Допей лужу. Зеленый милика свечу, блядь. Ебало, пьем и сейчас. Отлетаем, блядь, вроде зона. Пельмени полетели. Колбы полетели. Ну, лужи ебаные, короче. Пришли с человека, летели быстрее. А вот колбы, пельмени полетели, смотрите там. Красный будет. Колбы, звездочка, смотрите аккуратно, блядь. Через Мелизон видите, если что. Лужа Мелизона. Пельмени. Будет колба. Зеленого плевка не будет. Зеленого, умерите. Берите лужи рядом, аккуратно. Питайте ворвуза, если еще. Плюнь, алло! Добежать успеем, блядь. Чеславный, дай бар полный. Поднимал колбину. Иди поднимайся. Осторожно, сейчас может быть колба в рейде, блядь. Он на Dash Bear поводит, все. Колба, ходите пельмени в РДД, посмотрите очень близко. Босса не переведите. Красного, видите все? Босса перевели. Да уже похуй, ладно. Да, сейчас видите Зеру, короче, все ебашьте в красном. Милик, отходите от моба, пока не выберет красный. Сразу, короче, это, смотри, вакати. Если будут подходить к человеку, дашь мастейв. Ходите, Геру, давай, помогу РДД. Мастейв дай. Тапки. Ты добивай, нахуй. Ебать повезло. Вообще, квест сделали, Андрюха? Или нет? Короче, это, тихо. Сацуны, да, эксклюзив, кастую СС на Кицуне. Потом она кастую СС на... Кастую СС на, блядь, где-то, на Майлика. Пельмени. 4 стака. Забирай босса, таун какой-то. Короче, СС, Диван, давай по... по полу быстрее, Майлик. Ну, Диван будет? Алло. А чё два дивана влетело? Чё ты пал, наверное? Ой, блядь, двери обратно, я еблан. Двери обратно. Малику чё, СС не было? Я ж чё не давал, я создал СС, но только не закинули. Штаны, блядь, нахуй я чё-то делал с командой, блядь? Дал по локате. Снимай, локать, блядь, короче. Пиздец. Зим на ману закастуй, затем на ману поставь. И на раздайте по скин где. Короче, вакати желтый загай бей по боссу.
Забери босса, забери босса, забери босса на трех стаках, забери. Так. Дебаф не хуярил. Выводи, тут зажали, типа лучше не зажал, выводи нахуй. Пельмени. Похуй, с гранью танчить можно. Ну, колба... Да, да. Колба нужна кому-то? ДК. Этому, Майлику нужна точно. Он без колбы до сих пор играет. А, окей. Знаешь, Майлик нужна ЕПшке. Может, колбу поймала. Такой вопрос. А Женьке квест сделали в Акате? Ну, я сделал первый. О, красота. Этот, что-то еще хотел спросить. Забыл. Спрашивай, пока время есть. Да забыл, блядь. Значит, умно хотел сказать. Не, не хотел перебивать, а потом... Короче, ладно. Не, ну престы вы, конечно, реально что-то ёбнутые, блядь. Так они у них там сопля, это 1100 хуячит. Держу в курсе. А, ну да, темное сокрушение, блядь, 96 тысяч. Ёбан. В среднем 68. Пиздец. Прикольно, не круто, это вообще круто. Я сегодня на маленький в обычке 270 бас. Ну, считаем. Води давай, трэш ебаный сюда. Плазма, да, а вот что хотел спросить, вы кровь продавали? Мы все продали. И грань продали? Грань просто не упала, ее тоже продали бы. Блять, ну вы молочки, сука, мальчики прям красавчики. А ты нас не верил. Ничего это я не верю в вас. Я вас верил. Только я испугался, когда тебя в рекаунте не увидел. Локи, Локи, давайте глазиком прежде приводите, пожалуйста. Либо собака, либо глазиком, неважно. Давайте уже, ребят. Сколько боссов осталось? Хера. Не понял. Понял. Им 12 тысяч пол там было. Даня, ты тут? Ну, целка хрен вроде повел. Не повел. Пойдемте куда сходим. У меня сегодня время есть. Можно сходить в этот, кто на замене сидит. Пошли в тюрягу сами. Кстати, а в тюрьму освоили третий босс или нет? Пошли, куда вы? Води трэш, блядь, в углу. Не заёбывайте, пожалуйста. Зайдите сюда, на ступеньки. Да уйди, приз, не заходи, не заходи, приз, назад. Гляньте. Вы сейчас Андрюха допекёте, кто забегет сарит, он ебанёт минус ЕП. Чувствую. По одному факту агрить или всех вообще? По одному паку. Саня определенно. Вань, короче, смотри личку. Я не могу, у меня, блядь, 12 тысяч пин какого-то хера, блядь. Я одного тактика подчеркну. Я, короче, отойду покушать. Сходим куда-нибудь в тюрьму. Либо куда-нибудь. Вань, можешь в тюрьму, в принципе, собирать. Даня, пошли в тюрьму. Ты что же заменим? Кстати, тут краски еще Солана будет, я тоже могу с вами краски поменять. Нет, ты уже ж в этом. Целка, иди с ним. Тут же человеку нужна проходка. Мы с ним договорились коммуняться. Орешки. Это, Саша, а вы тюрьму троих боссов убиваете? Да.
Все, ладно, я отошел, мне надо поесть, быстро сходить, чтобы у меня больше времени не было. Вернусь, потом не мешать ребятам. Перейдем на его канал. Давай, води, води, быстрей. Под балоком, водите. Одну упаковку.